квалификацию, что ли, купить на этого. Купил. А градус смещения больше. И вот в реальной жизни ты сталкиваешься с проблемой того, что ты поворачиваешь голову немного и не попадаешь взглядом туда, куда хочешь. Вот. Такие трудности. Я как фокус взял. А че себя не видно? Что выкачивал? Мне надоело. Что, мы попали против Гули? Нажмите тап лол. Да. Там Гуля, лол. Скинь рекламку про стрим. На. Да. А Яков с фоткой угадал. Сейчас находим быстро на Наруду. А Линк на Рензане. Пипец, попали совершенно случайно, да? Вот да, угу. Специально фиг попадёшь. На. А, жесть. Сейчас будет подсматривать на Твиче. Палить стрим вообще. Палить. Напиши, только стрим не палить. Прикольная ОМ5, зерошки. Пушки торчат из крыльев. Так, сейчас надо же еще и голду заработать. О, сейчас точно на Рензане это само то. А на чем они? Кто стримит? Да, скажите, на чем они летят? Да они, наверное, на 9К или на 9П. Вот это плохая. Ла-7. Ла-7? А, ну, как, да. Ла-7 это очень хорошо. У меня, блин, стоковая зерошка. Все, я в сторону, глубоко в сторону перейду. Тихо, не говори ничего, нас могут подсматривать. Ты в космос улетаешь? Конспирация. Не дай бог спалим. А за... Подожди, там какие правила? Первое место... Чего, в обеих командах считается? По очкам, да. Да. Только если победила команда больше. Угу. То есть даже если проиграем, мы будем в тройке, то... Не, мы не проиграем. Победим, да? Сидены есть, ты чего? Какой проиграть? Раз, во-первых, Сидены, во-вторых... И два Шинзана. И я. Еще и Фока. И я. Она у тебя стоковая, туз, или нет? Да. Жесть, у меня тоже стоковая. Хуже М3. Ой, Линда. Сейчас Пантерхол первого Линда увидит и сразу на него полетит. На яйки. Полетит, чего они в стриме делают? Они... Гуля уже 2500 высоты. Я сейчас промажу по доту. Что-то, по-моему, мы выше все равно были. Я уже 3. Это только две точки отбомбил. Да. Офигеть, я там на Ки-49 обычно прилетаю. Бум-бум-бум назад. Если у меня будет 6, скажите, пожалуйста. Блин, у нас прикольно, у этих, у Сиденов нагнетатели работают.
А у Thunderbolt'а его просто нет. А и промазал. Фу, в прошку, в том. А сколько у него бомб по 250? 8. Жесть. Блин, я что-то могу мазать. Там можно штук 20 на земке забрать за заход. Ну, сейчас попал. Я вам в прошлом бою на там 49. 4 скинул, 10 забрал. Еще я к 9 огорчил. Жесть, там туз решил в космос улететь. Давайте карайте их там. Гуля говорит такой, блин, они сейчас всю наземку сожрут. Такой говорит, полетели, может, бобров убьем. А сейчас, кстати, еще два шинзана прилетят. И мы реально можем тупо по наземке затащить. Кто-то меня перебил. У меня тушка летит. Да, кстати, там очень высоко есть контакт. Ну нет, я к 9 летит. Ё-моё, может это убрать их 9? Это очень плохо. А, это П. Ну, все... А, ну П. Если мы высоту сольём, то я уже ничего не сделаю. Да, мы если сольём. Жесть, я уже на 6... На 6 тысяч залез. Даже не заметил, блин. Кост такой. На скорости играть будем. Еще полезет с первой зерошки крутить. Эй, дай ему Сиден догонить. Помогите! Ну че ты его боишься? Да меня же это бьют. У тебя там у него нету 37, что ты слышишь? Да мне еще и тушка грызет. А. Падать за ним или не падать? Что-то у меня зеро выше 6 не клинится. Не, я под 10 градусов взял. Смотрите, я обеим выбил двигатели, и яку, и тушки. Ладно, я на днище. Не-не-не-не-не-не-не, они выходят, так что как хотите. Я должен сбить кого-то из броняли. Я знаю, кого... Знаешь, кого надо сбить тебе? Кого? Угадай. Уфила. Да, ну подожди, да, ну короче, ну, да. Я понял, какого. Да. Сейчас все на него налетим. Я чуть помню. Либертус в чатике нашем, короче, да? Да. А, Либертус, да. Так он на стриме говорит, у них фока, там, посмотрел стрим. Да. Попалил. Ну, чё, и мы попалили, все нормально. Да, все честно. Линдус сейчас, походу, еще галду выиграет. Короче, они все толпой ходят, так что сложно будет. Осторожно, да, играйте, осторожно, когда. Вон, Хоу уже один. Это. Все колду зарядили, да? Да-да-да. У них лапка разбита. Угу. А вон Гуля, кстати, летит. Где? Вот. Здравствуйте, уважаемые зрители. Зрители, с вами Гуля. Ребенка, что ли, сбить его, понимаешь? Смотри, ко мне Пантерхол летит. Уберите его. Ты должен затащить. Какой затащить? У меня стрелок убит. Один. Я говорю, нет, Либертуса я должен убить. Ну ладно. Так, кого еще? Да убивайте уже кого угодно. Ну блин, конечно, главное не проспать же еще. Главное за шестью сидеть и все. Я тут уже в мясе, пока тут сейчас прилетит Фока с тузом. А. Я, кажется, Фока промазал. Все, Яков уже на Фоке здесь. Ой, за мной подвешиваются. Я хочу косы. Гуля.
Сейчас надо за гулей вернуть. Помогу. Так, у нас Шиден тоже здесь. Так, надо не волноваться. Я сейчас так не поволновался, чуть в землю не вписался на этим. Так, пока гулю кину. Кос вниз предлагает. Давай, снимай, Либертус. Давайте, тащите, я вас верю. Я, если что, его сниму. Он в штопоре. Красавчик. Красава просто. Сбрил. Ну не того, я другого просил. Ну, это же еще не конец. Ну он подвесился. Не, ну спасибо, да. Его надо было наказывать. Убьем? Убивайте всех. Бог знает своих. Я иду на босса. Как Гуля взорвался, сейчас он об этом скажет. Гуля, как я взорвался, пацаны, как я взорвался. Блин, я Пантеру простил. Не попал. Никого. Ой, Женя, Давайте, я вас верю. Всем звание повыше можно. Да. Меня, кстати, я за косом давно летаю. Пора старшим пилотом сделать. Окей. Давайте тащим бой и всех в звание повышаем. На, кстати, почти пока нет. На парад пойдем. Лин. Бля, да, пойдем на парад. Салют будет? Будет салют, да. У меня, кстати, 20 пушек осталось. У меня лента стоковая стоит, не очень. Кто-то флаттершай там? Ой, у меня что-то лагать игра начала, я стрим не кучу. Если что говорить, там что со стримом. Я, короче, высоту набираю. Пакеты проседать начал. Лавка, надо да, наказывать. Добей ее, да, подвесим уже. Красавец. С последнего быка просто. Хорош, просто вовремя. Она за мной потянулась. Где-то еще одно было. Пойдем Пантерхола съедим. Убивайте всех убивайте. Да, Яков он догонит. Самое забавное, что вы такой хороший бой, мы даже не ожидали. Да. Кстати, кто-то голдысом будет пока что. Кто-то. Надо сейчас еще. Не убивайте всех, мне надо еще разок отбомбиться. Блин, мне бы пушки зарядить, спеть. Да ничего, пулеметы. Так стоковая лента. На обоих. Кулемету. Была бы универсальная, Либертус бы раньше поиграл без твоего блин, участия. Сейчас Женя может себя на перекрутить. У меня шасси нет, я сейчас буду жестко садиться. Он нормально же садится, не разваливается. Надеюсь, да, блин, должен. главное, чтоб сейчас Сиден протерпел. Я, короче, набираю высоту. Главное, чтобы Сиден протерпел 2 километра. Сейчас Як подвесится. Яков, давай. Так, всех не убивайте, оставьте, мне надо разок отбомбиться, серьезно. Да ладно тебе. Ты один раз уже голды заработал. А сколько первые три места?
Ну ладно. Мне надо, мне надо, мне надо. Да ладно. Не, мне главное, что я Либертус избил. А чё, у тебя какая-то личная неприязнь, что ли? Наоборот. О, нормально, чинись. Вешается, вешается, вешается. Он еще ловко. А я без пушек. Совсем? Да. Та-та-та-та-там. У меня 200 пушек осталось. Сколько их осталось живых там? Двое? Один? Не, трое. Трое? Пять даже, пять. Они просто как бы отмечены мертвыми. Там тот на земле, по-моему, сидел. Коса не убили? А, коса не убили. Нет, вот он такой... на скорости правильно играет, кстати. Какой кос молодец. Надо у Сидена подсосать. Блин, я поиграл. Эх, Яков, Яков. Зато он умрет сейчас. Лавка, лавка падает, кейс. Осторожно. О, мне помощь дали еще одну. Мост уничтожен лавкой. Она в него врезалась. Да? Да. Да. Вау. Короче, я пушки заряжать. У меня даже пулеметов мало осталось. Кос, поживи, пожалуйста, немножечко, если ты... Попросите коса. Да-да-да. Рекламку не забыть. Там тут два еще. А, тут два еще? Ну, зашибись, круто. Ты что, в лоб забил? Я? Нет. Он меня... Ну, он когда промзумил, наверх пошел, понял? И поймал, короче, на перевороте. Прямо на ладони. Я на просто ладони. Стрим смотрел. Что-то не понял. Что они там говорят-то? Да фиг за что-то играл. Ну да. А Сиден пошел к нему на базу. Лишь бы ПВО сбило. Меня вот эта тушка настораживает. Я лечу заряжаться, а она за мной летит. Я тоже лечу заряжаться. Блин. Чё-чё? Ты должен тушку убить своими... Mm-hmm. Самураями. Азо! Видосай! Там, кстати, кос и эта тушка осталась. Ну... Да-да-да, я же говорю. Я за ней не полечу, если чё. На проходе. На про... Как? Как вниз возьми и это Михалыч. Вот так, да, парковками. Я на тебя в ответ так же. Тарадан-тан-тарадан-тан-тарадан-тан-тарадан. Блин, жалко. Мы не на морской карте. Да, да. Слушай, мне нужно будет хейс, наверное, я его отвлеку. Так у меня все равно ничего не. А, так он к нам летит. О боже, там божественный свет впереди. Двигатель перегрелся. Может его, наверное, накормить морковкой? Ой, он как-то Жесть. Меня пролетел и все. Я не буду садиться. Блин, ты заберешь все домики? Все нет. Многие. Пилот потерял сознание. У меня 100 пулеметов осталось. Я его на филд, наверное, поведу.
Видите, конечно. Жесть, он по мне попал, знаете, со скольки? С 800 метров. Эх, красавчик. Но он сам на финт хочет прийти. Блин, двигатель перегрелся. А это еще ладно. Блин, ну надо, чтобы я его кого сбился. Блин, я подус один раз помазал. Блин, Шинзан падла на второе место выше. Сейчас еще Вилин. На третье. А я на первом. Да, ты двоих скрайбил. Все, давайте кос выигрывай. Блин, если бы не эта тушка дебильная, я бы уже заряженный летал. Да, действительно. Ты видел, что, как она меня убила? Ну, пил, потом она... убил. Я шел просто, как тебе сказать, за ней, да? Она чуть-чуть оторвалась и пошла вверх свечкой. Она была я ко мне... ПВОшки крали. Я думаю, ее закрали ПВОшки. Не подходи лучше к ней, не подходи. Да я... Он вон. Тебе может так же пилота вырубить. Более пушек. Вася. Все, я попал в него. Сколько? 6-6-2. О, еще помощь дали, отлично. Надо, блин. Блин, все, этот обогнал. Хейс обогнал меня. Я 3 помощи получил. Так, а Шиден тем временем крутится с лавкой, и кос, походу, ему сейчас надоет. Ну, он с косом крутится. Да, все, кос ему надоет. Хотя... Ой, кос зря в бок ушел. Ему, наверное, в это время Женя подсказал, типа, давай его пропусти через это, через ножницы. Нет, нет? Пантера а по-другому говорит. Чё Пантера говорит? Вертикаль? Да. Правильно. Нет, горизонталь. Горизонталь. Всё, поиграл. Всё. Давай, 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 давай. Не попал. Не хватило, потому что скорость... Линдгард на первое место вышел. Лин, ну дай нам тоже голды заработать. Либертус там угорает над кос. Давай, 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 давай. Убейте, убейте. Все, падает. Дерево. Надо было в горизонталь, не в вертикали. Того климп хороший, двигатель мощный, он по вертикали вытащит. Лол, Шиден на первое место вышел. Ну я хоть на третьем. Антон там говорит, пока, ну, задержка. Хорошо сыграли. Да, только это второе место. Да ладно, ну... Блин, а мне главное, что я Либертуса сбил. Но я ему там напихал нормально, он в штопор упал. Ты видел, да, как я его? Да, просто...